Всем привет, дорогие друзья! Сегодня ко мне пришел на распаковочку телефон Nokia 6500 Classic. Пришел он в черном цвете у нас, в такой вот классной штучке, мягенькой, что обеспечивает гарантию целостности и сохранности содержимого. Внутри у нас не густо. Мануал есть, вот, зарядка есть, USB, и сам USB кабель, ну и телефон, вот так нашелся. Вот он телефон, пришел в идеальном состоянии, новенький, вообще шик, сборка просто чудесная, хорошая сборка. Нигде никаких щелей нету. Все аккуратно. Все красиво. Вот такой вот у нас аппаратик пришел. Так, сейчас мы включим. Вот. Подтверждаем. Заходим. Так вот, меню у нас русское, все на русском, все понятно. Такой вот аппаратик у нас пришел. Все я проверял, все работает, сигнал ловит, динамики пашут, все нормально. Так что везде пленочки стоят, хороший аппаратик. Самая главная сборка классная, потому что предыдущая, помню, сборка была не очень, но этот, конечно, вообще прелесть. Отличная сборка. Такой вот у нас пришел 6500 Classic Black. Все, всем пока.